Йоу. Привет. Ты как там, в сезон врываться? Да. Вы в Warzone хотели или в нормальный? Мы хотели в нормальную Warzone. А такая бывает? Да, должно появиться через 45 минут в плейлисте, я так понимаю. А, ну, короче, вы в Battle Royale. Да-да-да. Ну ладно. Давайте тогда. Я в Давай. обычную побегаю. ППШ рекомендую прям. ППШ. Хорош. Хорош ППШ. Все, давайте. Пока-пока. Ага, давай. Давайте разомнемся. Так, посмотрим, как дело с статут теперь работает. О, мультики. А, нет. Ну, короче, вроде работает. ДЛСС – божественная технология. Что с тенями? Понятно. Going to the war zone. Неужели я вижу на высадке больше 100 FPS? Ничего себе. Аллилуйя. Так, а куда летим? Да, пролетел. Классика. Не попал, классика. Так, это снайперка. Точно снайперка? Да, снайперка.
Так, у меня проблемы с патронами. А что, почему оружие мигает? Так, еще выше тут можно? Нет. Так, нас там уже встречают. Твою мать. В темноте вообще ни черта не видно, я могу так сказать. Здесь еще все-нибудь в темных скинах бегают, это вообще красота. Так, подожди, у меня не было патрона? What the fuck? Взял, блин, пушку. Блин, как приятно стало. Че? Сделал ССМ там. Спасибо, Лерова. Так, а это что такое за звук? Страшно. Да хорош пищать. Привет, Булка. Come on, stay with it. Так, чуваку надо немножко прожить. Твою мать. Почему их два? Почему при каждом респауне у меня какой-то звуковой такой пинг?
Товарищ Леруй, спасибо тебе за DLSS. Наконец-то у меня на высадке в самолете не 40 FPS. Боже мой. Это чудо. Единственное, Леруй, тут есть косяк. А, потом покажу косяк. Короче, DLSS почему-то ультра перформанс идет по списку. Твою мать. Короче, неправильный порядок этих самых. Disable, потом performance, потом balance, потом quality, потом ultra performance. И какой из них какой, а здесь порядок вот такой. И поэтому я не знаю, на какой качестве я сейчас, по сути, нахожусь. А я вообще обычно в шутер на баланс играю. Не, ну это понятно, что к разработчикам, но все равно ты виноват. Я, до разработчиков я не могу же дотянуться. А до тебя могу. Как тебе такое? По их пониманию quality это короче либо баланс, либо quality. Блин, чуваки хорошо держат. Привет, Роберт. Я знаю, ты с Ютуба. Да ёб твою мать, я вообще разучился играть в Warzone. Короче, все отъехали. Один день прошел, уже разучился, ну да. Да, Верданск пойдем, но он пока еще недоступен. Он будет доступен через 33 минуты, насколько я понимаю. Ну, тяжеловато без таблеток, да. Я, на самом деле, я второй день пластом лежу. У меня что-то давление подскочило. И я что-то это... Вчера было плохо, сегодня получше, но все равно тоже полдня пролежал. Вот что такое быть дедом. Не будьте дедом. Вот это вот что такое с источниками освещения? Плохо видно, свет выключу. Стример показывает, что может. Извините. Как могу, так играю. Я вообще на самом деле действительно не очень хороший игрок в Warzone.
Я не особо мыслю, как надо по-варзоновски в нужные моменты крысить. Лерой, ты смотри, 130 FPS на высадке. Ничего себе. И, кстати, можно, видимо, еще разрешение, раз есть DLSS, можно теперь разрешение повысить рендера, типа в 4К играть, и будет хорошо. Так. С детства за Сеймер, спасибо. Их там всех положили. Отстой. Блин, слишком... Вот это... Нет. Все плохо. Я с такими прицелами стрелять не умею. Надо быстро что-нибудь найти. Даже вот это дерьмо лучше. Вот почему мигают предметы? Вот что это такое? Иногда подсвечиваются, иногда нет. Не, у меня Моник 2К. Я в смысле, тогда лесенок меньше будет. Будет вообще хорошо. То есть апскейлинг, он лишним не бывает. Плохо. Как у нее? Ладно, на покупку. Лодаут? Где? Е. Да, тупик. Так, кого ждем? Так, нас хантят. Черт. Moving.
Вот и поиграли. Раскатали как детей. Кстати, мысль купить 4К монитор. Это прикольно, но я не уверен, что есть 4К мониторы. Хорошие, прям геймерские. В принципе, 3090 да плюс DLSS спокойно. Спокойно держит 4К с приемлемым FPS-ом. Нет, Warzone, по-моему, нет такого перка. Пингранат перед смертью. Было бы неплохо. Прям как в Дети Бомбе было бы, или как красавчик в Overwatch, вообще хорошо. Привет, Самикон. Какой 4К широкий бери. Не, широкий это для странных людей. Потом еще мучаются. Либо в окошке играть, либо хз. Кому это надо. Меня два монитора устраивают. Enemy soldier incoming. Режим, конечно, странный. Главное дожить до нормальной варзоны. Ну, у нас еще и трое, к тому же, почему? Кто-то не дожил. Явно эти подсвеченные буквы что-то означают. Так, у меня ни черта нет. Уже есть. Дробовик, кстати, прям неплохое решение. Где он? Only 25 remain. Да, твою мать.
Не... Блин, заблокировал, я бы смог уползти. Не лезь, 4К, но тебя сожрет. Сюка. Чё, дописал? Хорошо, потом комментарии почитаем. Люблю комментарии на ДТФе. Читать. Блин, завтра же у нас печень. Мне хоть что-нибудь. Где-то я здесь потерял, по-моему. Да? Нет? Да. Вот мое наследство. А, блин, патронов нет. Ладно. Где? Contract time expired. We lost the target. А, явно на этом. Все отлетают. Так, это свои. Так, а у меня ни черта нет. А, нет, есть уже патроны. Сука, кто меня видел? Help. Логин сервера Black Ops упали, ну прекрасно. А, блин, я опять шатался без этой самой. Без брони.
Так, вижу. Слабаки. Все. Вот это что за говно? Пипец, кто-то навызывал. А, там fire sale, понятно. Петр пирог. Не хочешь приобщиться к великому и высокому? Ну это не пасхалка, это какое-то развитие сюжета, диктует цифры, это шифровка. Это для тех людей, читаем, двух ютуберов, которые любят копаться в лоре Black Ops. И они это делают. Ну ты это, если чё, присоединяйся, мы вроде как... вроде как ненадолго в Warzone залипнем. На новую карту посмотреть, себя показать. Не вижу. А, все вижу. Вижу. Шайза. Он закрыл дверь. О, найс, я его задел. Фак. Да, это не Bloodborne. Это точно. Но сейчас пока Warzone нормальная недоступна, доступна только... Я, кстати, был лучше в команде, это плохой знак. По очкам. Короче, нету вообще Warzone в плейлисте. Шифр отгадал, нашел скин. Чё? Нет, не отгадал, конечно. Ой, 13 FPS. What the fuck? Нет, не это самое, не делал. Там надо что-то это, как обычно, лезть на YouTube, смотреть, где лежит скин. Или что-то сделать. А, фотографии разбросаны по карте. Тоже даже не пятница, вы снова старый. Ну как, конечно. Конечно, за старое. Не, одному мне лениво это делать. Это надо с командой делать, потому что иначе все остальные меня проклянут. Я не такой любитель.
Извините, скинов. У меня сейчас вообще стоят рандомные операторы, рандомные скины. Открывать это приятно, но коллекционировать приятно, но пользоваться, да, мне плевать вообще абсолютно. Абсолютно плевать. Так, сверху кто будет? Так, вроде как осталось 10 минут до ивента. Возможно, игру придется перезапускать. А возможно, все упадет. А давайте в игре с темным скином мы сделаем вообще темную карту. Так, надо валить сюда, отъебись от меня. Ой, господи. Так, я уже убил. О, снайперка. Найс. Извините за... Блин, не хватает снайперских этих. Блин, не хватает. Fuck me. Так, меня поднимите, пожалуйста. Не хочу респортить.
Четверочка. Окей. Так, здесь этот открылся. Точнее, резнулся. Так, что за лоудаутом? Что-то денег у меня мало. Блин, оно на крыше, а как на крышу зайти? За карта это Reverse Island, ночной временный ивент. Остров Возрождения. О, зато я сейчас смогу нормально упасть на этот самый, на лодаут. Ну как нормально. Кстати, нормально. Сука. А как он упал? А, даже так. А я его чуть не заметил, поймал. Ну ладно. Блин, я уже резнулся, черт. Блин, на телефон отвлекся. Где-то в здании хмырь. Да, скин Роуз вообще отвратительный, это ты правильно читал. Блин, перекинул.
Ресните меня, подядя. Эй! 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 Все, пора валить. О, фак ми. Но Роуз это просто официальный чит. Если у человека не очень хороший монитор, или там яркость неправильно выставлена, в любом темном или сером углу, короче, все. Ты никогда не увидишь этого чувака, и они этим пользуются. Так, все, 21.00 должна появиться штучка. И чё? Нету? Так и не появилась. Пойду почитаю, что в Твиттере пишут. Да-да, есть тех человек, которые просто... А, блин, ты русский, не тот. Чайно. Так. Call of Duty. Есть тех человек, которые, если на минуту задержаться, то все, начинаю... шеймить. Так, return to... Ага. Instructions. Так, end transmission... Угу. Так, это вчера Верданск упал. Так, что у нас там? Это... Короче, пока ничего не появилось. Но это они подсмотрели вообще у Fortnite такие ивенты делать, в принципе, молодцы. Чтобы у вас как-то сюжет развивался, были сезоны и что-то включалось в режимах. Недалек тот час, когда мы начнем смотреть трейлеры к фильмам Кристофера Нолана в Warzone. Странно. Ну, короче, ничего так и не появилось. Плейлист не обновился. А, что за Роуз, Лерой? Это черный скин. Сейчас покажу. Где, блин? Блин, а мне сейчас все анимации будут проигрывать. Роуз, она где-то тут сейчас. Сейчас. Да блин, да где она? Ну, короче, водолазный скин на опять Air Rose. Я не помню, за что его давали. Добрый вечер. О, здорово. Меня нормально слышно? Да, нормально, а что так? Все, просто я в 9 дрова обновил. И после этого у меня сначала полностью отвалился микрофон. Я пытался решить проблему. Ты заходишь? Да. Я так доливаю. Что-то плейлист не обновился, не появился. Warzone нужно было 3 минуты назад. Так там продолжение ивента. Там вряд ли сейчас еще новую Warzone выкатит. А-а-а.
И что надо сейчас делать? Ты же все знаешь. Нет, подожди, там было, подожди, была сегодня днем вот эта тут кнопка мигающая. И там был отсчет. Ну, отсчет был, но не значит, что там должна новая Warzone сразу появиться, как бы отсчет и отсчет. Просто я думаю, новая Warzone появится только в конце ивента самом, а сейчас только третий этап, по идее. И в чем заключается третий этап? Я без понятия, это нигде не написано. Просто. Я думаю, где-то написано, но слишком умно вообще. Просто меняются плейлисты, все. Да, вот, ивент номер 3. А в чем? Ладно, пойду гуглить. Сейчас я гляну на плейлист и скажу, так я еще голос теряю, отлично. Events и зон. Ага, там... вот, на полигоне есть. А, ну это ты копировал с полигона. Там в основном везде куча всякой херни написано. Нигде, ни в одном месте я не нашел точного описания, что будет происходить. Так, вообще я сегодня играл в колду, но у меня опять шейдеры устанавливаются. Написано, что игроки вроде как должны обновить свою игру в, вот, в 12.7 EDT. А сколько 12.7 EDT? А, это вечером. А, подожди. Это уже было несколько часов назад. И ожидают все закончить. Вот в 21, типа, должно все back to normal быть. Может быть, игру перезапустить или там, не знаю. Ну, я ее только что перезапустил, у меня до сих пор фетчен онлайн профайл. То есть я даже в главное меню зайти не могу. Еще раз, Миш, сейчас завершился только второй этап ивента. Сейчас начался третий этап, а будет еще четвертый. То есть пока еще не back to normal. Блин, нельзя просто без этой клавдюшной ебанины написать просто. Так оно везде так, не только в колде. Так, you have been disconnected from Call of Duty Modern Warfare servers. Окей. Please try again. Короче, меня на сервера пока не пускают. Угу. Лерой писал, что их Black Ops тоже не пускало. Так, я все это пытаюсь гуглить, все это дерьмо. Так. Так, во, написано очередь. Отлично. Написано что-то про maintenance, но надпись скрыта под надписью Battle Pass. Очень важная информация, но продать Battle Pass нам важнее. Спасибо за внимание. Сейчас я тебе скину скрин, это смешно выглядит. Короче, написано, что сервера через 20 минут заработают. Ты главное этот DLSS ключи, с ним просто божественно. Да, я и хочу. Ты думаешь, почему я драйвера обновлял? DLSS просто работает бомбить. У меня впервые нет 40 FPS на выгрузке. Так, нет, этот скрин надо удалить, извините. Так, так, так. Ну-ка, ну-ка, если я успею. Нет, не успеешь. Там просто Telegram попал в кадр. Да, я видел, что некоторые игроки так, могли стоп. Сегодня уже поиграть в новую карту. У меня колда сломалась почему-то, секунду. Короче, я не могу почему-то больше это сообщение теперь доскринить. А, вот. Нет?
Вот, все, у меня наконец получилось в Games. Угу, собственно. Ну, 20 минут, так 20 минут. Тебе везет вообще. Боже. Что? А у тебя удалось нормально зайти все? Ну, у меня, я просто не выходил, понимаешь, я это, я могу спокойно пойти еще одну катку, наверное, сходить. Ну, сходи. У меня все равно. А, нет, плейлист, все, меня кикает из игры. Ладно. Restart этот плейлист. Сейчас, видимо, придется в очереди ждать. А, нет, подожди. А, я вот, так... появился Destruction of Verdansk Part 2. Я так понимаю, что это не очередь, это у них просто, ну, они рестартят сервера. Mm-hmm. Ну, логин сервера точно лежит, потому что все ломанулись. Mm-hmm. Ты через него прописал, я вот сейчас захожу. Mm-hmm. Я вчерашний ивент даже застал, он короткий, по сути, да? Ты, он был... Ты видел его? Ты участвовал? Я полную... Нет, я не заходил, потому что я вообще не был в курсе, что он будет всего 2 часа идти. Но я посмотрел потом на стриме, что просто люди играли, там были зомби в Верданске, здесь да. Такое. Ты умираешь, потом... превращаешься в зомби и... Да. И в конце все. Тебе говорят, что сорян, типа добейте людей, люди эвакуируются, как в зомби-режиме на вертолете, а потом ракета, все. Угу. Ну, короче, у меня работает, но я понимаю. Ну, я перезашел, но в любом случае у меня шейдеры ставятся, поэтому, видимо... А так я сегодня 2 раза поиграл в дезматч на маленькой карте, очень весело. На, ну, в МВ или в этот в Black Ops снова? Я имею в виду Warzone. Там 3 режима сейчас. Один режим классическая Warzone на маленькой карте. Второй режим там, где ты стреляешь и возрождаешься. Но тебя могут, то есть выбить твою команду могут. А, ну, ну да, да, третий, да. А третий режим просто обычный дезматч, но на этой карте. Вот он очень веселый. А, там просто дезматч? А, окей, я в него там не там просто не дезматч, да. Хм, интересно. Так, все, у меня какая-то высадка. Сейчас посмотрим, что мне будет тут лор в голову. Так, сувать. Я пока отойду на пару минут. Ага. Интересно, даже круга, кстати, нет. Ну, мне сказали, что типа, давайте уничтожьте Верданск. Ой, у меня, кстати, уже сразу же мой этот... Мой лодаут. Боже, все лагает. Показалось? Tactical Nuke? Надо что-то делать на карте, наверное. А я же не знаю, что делать. А, Device Incoming Retributes. А где этот девайс? Запойду к своим, короче.
device inbound. Device. Где grab the device? Он хоть бы на карте. А, все, вижу. Окей. Я сейчас, видимо, вернусь в виде зомби. Нет, нет. Нет. Вот девайс, 60 метров от меня. Непонятно, куда его тащить. Да, ё-моё, здесь вообще невозможно. Все сбегаются к этому устройству, и вообще ничего делать нельзя. Какая-то каша. Непонятно, что делать, кроме как забрать девайс. А, остался 81%, и типа возможно тот, кто жампнет, кого останется на последней секунде, возможно что-то произойдет, но я не уверен. Блин, скарт. А вот повезло. Так, и чё? Так. А. Шейдеры обновились, но игру меня еще не пускает. Так, ну я ивент прошел. Он длился, наверное. Вот как ты ушел? Вот столько и длился. Но он такой тупенький, в котором от тебя ничего не зависит. А, ну мультик показывает. Ну, самое важное.
То есть на карту дропнули бомбу, за нее борьба, и в конце вообще плевать абсолютно, кто держит бомбу, все равно Верданск взрывают. Все, и сейчас показывают ролик, в котором, я так понимаю, время движется назад почему-то. Ну, последний, я так понял, будет Верданск, типа, в прошлом. Угу. Вот отматывают на это. Непонятно почему. Ну, почему бы и нет? Ну, вот они просто привязались к таймлайну Black Ops последнего, 84-й год. Да. Не, ну, понятно, что 3 года дрочить на одной карте, это уже такое себе удовольствие. Ну, о, красная как... дверь. Спасибо, что они полностью карту не меняют, а все-таки по заветам Fortnite и прочих игр, которые живой мир сделали. Ну да, это спасибо Fortnite, что они смогли пропихнуть такую идею. Первая игра, в которой я это прям сильно оценил, это был Guild Wars 2. Так, меня уже дропнуло в Верданске. Вот это прикольно. И музыка какая-то звучит. Почему-то стали мигать предметы. Окантовка их белая. Ну что, ты их видел уже? Добрый вечер. Привет. Здорово. У вас работает? У меня да, потому что я зашел заранее. А у Тайлиса нет. А Cold War? Cold War... Cold War не знаю. Cold War, Лерой писал, что там тоже логин сервер, нельзя зайти. Все, я понял, значит, все-таки сейчас четвертый этап уже начался, а не третий. Я неправильный таймлайн какой-то смотрел. То есть на острове... Стоп, ты сейчас бомбу держал на острове Возрождения или в Верданске? Да, я пошел в Rebirth Island, матч в Rebirth Island. И меня сейчас скинуло в обычный Верданск. Все, значит, они третий и четвертый объединили. Просто изначально другое писали. То есть я сейчас уже в новом Верданске. Меня когда выбросили? Меня выбрасывает тоже. 20 минут таймер и выброс. Да? Ну, как бы 20 минут мне писало 10 минут назад. И ничего не менялось. Я подозреваю то, что эти 20 минут, они появились в 10 вечера. Балдеж. Так, ну-ка, Black Ops. Да у них все наверняка в логин упирается. Логин-то сервер общий. Ну, можешь попробовать. Мне, в принципе, без разницы, куда идти. В то, что работает, скажем так. Но у меня работает, просто я заходил час назад, с тех пор не логинился. То есть не раз логинился. Фак. Ну, новая карта. И новая карта. Пока все, что могу сказать. Ну, в Black Ops тоже таймер. Но он хоть движется, похоже. Острой гонки таракани. Жесть. Так, они добавили фуникулёры из Black Ops, окей. О, вернули ГУЛАГ, что ли, с старой? Ты меча смотришь? Нет, я статью Блэка почитаю. Не из Black Ops, в смысле, а с Реберзом. А, нет. Так, на Ютубе опять нету стрима. Да. Сейчас ритм отвечу. Так, отлично. Они да, новый ГУЛАГ, чуваки. Ну, правда, какой-то пока дурацкий.
Хуже, чем предыдущий гулаг, ничего не может быть. Все нормальные, просто разнообразие должно быть. Ну, разнообразие должно быть, но последний гулаг был говном. Ну, то есть он был худшим из всех вариантов. Ну, объективно. Тарелис, мы пойдем в зомби и баллистический нож открывать? Я думаю, Миша не пойдет. Пойдет. Я пойду еще куда угодно, еще полтора часа. Да, куда угодно пойдет, поэтому все нормально. Нет, ну полтора часа. Во-первых, нам нужно все-таки куда-то будет заходить, потому что меня в Warzone не пустило. Да? Так, я пока сейчас доиграю матч, потом посмотрю, что у вас там происходит. Мне нравится то, что они режим с ресами на большую карту добавили. Так, но у меня не пускается еще это, да. Так, а где цель? За нос. А, вот она. Фак. Господи, какой же праздник сразу. Что поделать? Ему, по-моему, просто полигонов на лице не хватает. Ну, там что-то странное, то ли с текстурами. Ну, у него детали еще куда-то съехали все немного. Самое главное новость, что в Warzone DLSS появился. Блин, я такого FPS стабильного не видел в игре. Вообще никогда. Да, блин, мне тоже это интересно. Ну, так-то приятно еще. Ну, они опять еще намекают на объединение, как бы, таймлайнов Black Ops и Modern Warfare. Не, ну в сингле это забавно было сделано, но да, больше как пасхалка, конечно. Ну, это было же еще в сюжете пасхалка. Ну да, но это не пасхалка, это... Ну, то есть, мне кажется, это все-таки не пасхалка, а скорее... Ну, заявка на объединение, да. Да. Почему нет? Ну, хуже не будет. На Black Ops 4, как бы. Так, попробовать в Black Ops может зайти. Алекс, ты попробовал? Я пробую 13 минут и тоже подвис. Окей. Так, ну в принципе я пока Айзек могу включить. Я пойду пока за чаем. Не знаю, вернусь или не вернусь. Если что, завтра тогда не видео по Верданску позаписываю. Так, нас спотнили, а у меня, блин, патронов нет. Же оружия никакого нет. А чё, типа вот эти вот 4 фазы ивента, их уже воспроизвести никак нельзя? Сейчас 3-4 фаза одновременно идут, я так понимаю. А первая, вторая, ну, уже нельзя? Первая вообще закончилась еще чуть ли не вчера вечером. Вторая была тоже ни о чем. То есть вторая была просто, Верданск был недоступен. Ты играл на ночном реберзе, все, больше ничего не было вместе. Ну там... Там один раз про чисто говорили на реберзе, все. А третий самый важный, там что-то. Ну то есть он еще доступен. Он будет доступен еще минимум 2 часа. Как-то там. И что-то тут как-то хреново все с оружием. Здания пустые. Да хрен с ним, с оружием зайти не получается. Да, ну, 15 минут подождем. Как бы че. Ладно, в общем, я пока отвалюсь. Не факт, что сегодня вернусь, если что, завтра тогда. Ну, лучше возвращайся. Ну, давай возвращайся. Я потусивший, тяжело. Ты хорошо потусивший, это хорошо, что ты тусишь. А там что-то и дождь потом начался, и промокший, и жесть вещи. Не рекомендую. Так, нас сейчас будет жрать.
armor. Твою ж мать. Вообще нубасина. Интересно, что сейчас будет. Мне надо будет, чтобы попадать в Вертанск. Надо ли еще раз проходить этот прелюдию? Или, наверное, нет? Я думаю, что будет доступно сразу. Кто там пришел? Лерой? Здрасте. Нет, а Ник пришел. А вы в Блобс будете? Хз. Что заработает у народа, то и будем. Но я пока в это, в МВ. Пока, к сожалению, меня никуда не пустят. Я не знаю, я в Блобс нормально зашел. Блин, какой гулаг сложный. С кучей объектов. По сути, просто вторую треть зала потушили. То есть, типа, вот он, блин, чувак, покажи. Это, типа, просто еще одна часть ГУЛАГа. Чувак, зря сюда прибежал. А, и, кстати, замечание. Сюда падает 40 человек, потому что тот, который был ивент на реберсе, который начинался, там было всего 40 человек. И тут я смотрю, как-то все не очень плотно. Уже осталось 15. 7 команд, 15 человек. Ай, уже круг сужения совсем маленький. То есть, по сути, высаживала только на небольшую часть. Вертанск. Так, сейчас посмотрю, что у меня появился. Он просто в плейлисте. Нет, у меня тоже только Destruction of Verdansk и все. Ну, прикольно. То есть придется мне... Сюда придется попадать только через этот... Через ношение бомбы. Ну, это значит, все-таки будет еще четвертый этап отдельно. Я, по крайней мере, не вижу. И значит, этот скоро закончится. Пока если на мультиплеер зайти... Шут за шип остался. Ой. Угу.
infected. Я давно этого не видел ничего. Ну да, короче, похоже только через вот эту фигню. Ну, это странно немного. Как у тебя там Tails прогресс? Ну, у меня пока не пускают, к сожалению. И ладно, я еще одну. Как только пустить, я сразу об этом скажу. Ты пытаешься именно в МВ? Да. Жаль, я думал, что достаточно будет только один раз пройти. Ну, это значит не последний, просто еще этап. Вот все. Угу. Блин, мне рандомно пикнуло темную роуз скин. Я уже обещали переделать. Еще не переделали, что ли? Ай, нас только трое в пати. Или трое должно быть в этом режиме. В прошлый раз у тебя тоже тройка была. Да-да, я еще удивился. Видимо, так и есть. Нормально. Battle.net пытается предотвратить мои микротранзакции. Я пытаюсь купить коинов на Battle Pass, а он мне просит пароль, а я его не помню. Все прям котик спасает. А ты не это. Зачем тебе тратить деньги? В смысле, так у меня коинов нет, чтобы это упасть. Это скользкая дорожка. Да. Покупать Battle Pass. Я еще девственник в этом плане, прости. Ты еще ни разу не покупал Battle Pass? Ну ты че? Вообще никакой, окей? То есть это будет мой первый. Красивой женщины на баннере. Это тебе и продало Battle Pass, я так понимаю. Ну, женщина ничего, да? Да, тут она сразу есть в скине. Это, римская МПшка хорошая. Мне прям понравилось. Так, Tactical Nuke. Yeah. И, кстати, всего 25 человек. Так. Кажется, меня вот-вот пустят. Угу. Не, ну игроки есть. Но, правда, их мало, меньше, чем обычно. Всего 25, 20. А, видимо, они в зомби превращаются, нет? Или что-то происходит? За, тут, по-моему, не было зомби. Ну, визуально мне ночная карта нравится.
Визуально она классная. Нет, в Warzone меня все-таки пока не пускают. Могу попробовать с Black Ops зайти, например. Попробуй. Просто зачем они сделали эту штуку повторяемой? Хотя, по моему мнению, она не несет никакого смысла. Либо я не понял, что тебе дают за то, что ты держал бомбу в последний момент. Ты и лор посмотрел, все. Но зачем это повторять еще раз? Потому что думаю, вот этот этап не несет вообще никакого смысла. Эти бесконечные возрождения и все. Эта штука не только для тебя, все. А следующего они еще не включили. Отвратительно. Наконец-то увидел, что чувак, который несет бомбу, у него флаг за спиной появляется, как в старых добрых CTF-ках. О, зато мне повезло. Я нормально увидел ядерный взрыв. Потому что с парашютом в этот момент падал. А, окей. Пишут, кто был дестройером Верданска в конце, и пишут его ник. И все. Ну, я не знаю, может быть, что-то еще дают? Давать что-то на четвертом этапе будет, я думаю. На первом этапе мне давали. Мне дали этот карточку. Только я не помню какую. Но там тебе ничего делать не надо было. Просто зайти, пройти один матч, получаешь фигню. Так, но возможно Black Ops меня хотя бы запустит. Black Ops работает. Ну, типа... Но у тебя он работает, у меня он не работает на данный момент, к сожалению. Я сейчас стою в очереди. Ты просто, видимо, ник раньше заходил. Сегодня нет, вчера только. Нет, в смысле, не прямо сейчас, когда пришел, а там, не знаю. Нет, я перед тем, как заджойниться в Дискорд, я зашел. А, окей, нет, странно. То есть... Потому что я знаю колду, которая обновляет шейдеры по 20 минут. Ну просто, если честно, я вот не хочу вот эту фигню еще раз играть. Она так себе. Ну так там же другие режимы еще есть. Здесь больше нет никаких режимов. Все, только одна кнопка сейчас. А, только одна кнопка. Вот как. Понятно. То есть я хотел просто с вами, чтобы вы все посмотрели, но мое пока впечатление, на это не стоит тратить время... Вот сейчас на карту высаживается 24 человека. Карта выглядит... как, наверное... Да нет, нормально она выглядит. Возможно, зоны просто быстрее движутся.
Да. Ну, значит, надо всем Black Ops включать. Да-да, я не против просто в мультиплеер побегать. Потому что это я уже не вытерплю еще раз 10 минут тратить на абсолютно бесполезную фазу. Дальше уже, в принципе, начинается батл рояль, но он маленький, на 20... Сейчас осталось вон 23 человека. Так, короче, я схитрил. Меня пустило в Black Ops. Я через Black Ops включил Modern Warfare. И меня пустило. Окей. Подождешь меня несколько минут? В том плане просто один раз на ивент нажать, чтобы да. Считал. И сколько я могу ливнуть? Да, как тебе удобнее. Ну или, в принципе, чтобы времени не терять, ты давай тогда самостоятельно ивент посмотри. Тоже все равно, потому что я тебе говорю, в два раза ты это не вытерпишь. Ну, то есть геймплейно там ничего интересного, я понял. Ой. Мне почему-то мигнул Discord. Прям стал серым, потом стал обычным. И у меня в игре лагануло что-то. Алло, меня слышно? Да, все в порядке. Да, окей. Окей. Я уж испугался. Короче, узнаешь знакомые места, но они выглядят немного по-другому, конечно. Примерно так, как и выглядит перестроенный за лет за 20 город. Заводы те же самые. Вот жилые кварталы, видимо, наверное, по-другому выглядят. Уф. Так, откуда стреляли? Раунд incoming. On your feet. Allied cluster strike inbound. You evaded the enemy track. Good work. About to get some recon out. Well done. UAV entering the AO. You've got a loadout drop inbound. О, стали валиться эти с атачментами ящики. Gas is inbound. Marking new safe zone. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Так, вы хотите сказать, что мы будем с ними драться? Marking target location. Кто это? Ах ты, скотина, ты там картинку нарисовал на стенке. Блин, я на это купился.
Здесь никого. Никого нет. Черт. Чё, пустила тебя, Тайлис, играешь? Я уже вот сейчас, короче, на вторую часть ивента присоединюсь. Так, граб за девайс. Лишь девайс. А, у нас у меня уже все, даже тиммейты поливали один. Осталось только. Так, у нас война за девайс идет. Угу. Eight station marked. Так, он меня даже выкупил. Команда абсолютно отвратительна. Все. А, он еще в ГУЛАГе не был. Так, ну забавно, но мы держим девайс. Ух ты, у меня никогда не получалось. Он ждет очереди на оппонента из-за того, что людей очень мало, в ГУЛАГ, по-моему, вообще никто не попадает. Да, 5%. Отвратительно. Так, чувак, падай на ладаут. А зачем тебе Most Wanted, чувак? Тактика Таилиса? А, они Most Wanted вернули наконец. А его не было? Ну, как последний раз, когда мы играли, его не было вообще. Точно? Точно. Все отлично, мы всех взорвали. Ты? Неплохо. Ну, в смысле, твоя команда. Да? Дали что-то? ХЗ, сейчас узнаем.
красота. Еще на такое чувство они немного цветовой фильтр поменяли, стало все немножко такое белесо кросс-процессное, хотя белесо зеленое. Лол. Ладно, пойду попробую в Black Ops. А, мне по сути не надо... А, надо просто из МВ запустить Black Ops. Да, ну у тебя закроется, откроется. Они фильтр поставили из Black Ops, скорее всего, там типа немного другая палитра, да. Так, мультиплеер. Так, я один при этом падаю. Это нормально? Нет, видимо, люди зачем-то поливали. Они не поняли, похоже, что надо делать. Нет, они... У них не SSD, все прогрузились. Ну, походу, я с консольщиками был, хотя я не уверен. Ну, прикольно. Да, видно, они реально поставили фильтр из Black Ops просто и все. У меня серый это кио. Мне поставили на 18 минут. Там, на самом деле, лучше не ждать, а перезаходить раз в пару минут, по моему опыту. То есть мне перезаходы помогли в итоге. Врубай мультики. Как я... О, дуга из сталкера стоит. Дуга? Ну, фигня с кучей антенн. Врубай мультики про зайца в ГУЛАГе. О май гад, сейчас... Ладно, сейчас попробую перезапустить. И если нет, то... Если нет, то да. Привет, менеджер. Как оно? Ну так, ивент продолжается. У всех людей очередь. Но мне повезло, я успел его посмотреть без очереди. По блату. Ролик ты имеешь в виду рекламный, который выкладывали, где там стареющие геймеры играют в Warzone с друзьями. Исключительно на консолях. А, в игре, который... Не, в игре все хорошо. Мне нравится, как они, конечно, между сюжетами все это делают. А, подожди. О, меня пустило, кстати. Прикинь, действительно, перезагрузка помогла. Мне кажется, то, что они показывают очередь и все прочее, они... Ну, не то, что рандомно показывают, но как-то... Ну, то есть они просто заглушку ставят и типа терпи. Окей, ладно, я тогда пока пойду на этот самый, на новую карту. 24/7 новая карта.
Что ты там, Маджар, сегодня совершил? Подождите, а в игре мне, по-моему, ролика не показали. Какого? Он там говорит, какой-то классный ролик есть. Ну, там, где у тебя время назад отматывалось. Не, наверное, не этот ролик. Тут, когда запускаешь Black Ops, на фоне есть отрывки ролика, вот когда у тебя стоит коннектинг, там вот эта вот тетенька выходит из-за угла, на нее нацеливаются два автоматчика, и я его не видел. Видимо, придется на Ютубе смотреть. Ты купил Cold War, ничего себе. F. Через полгода игра уже умрет, а ты ее купил. Не, ну если честно, я через полгода хочу уже Battlefield играть. Хватит с меня Call of Duty. Сделайте нам, пожалуйста, хороший Battlefield, спасибо. Они какую-то такую херню написали, если честно. Ты знаешь, этот текст, не знаю, зачем они его выпустили сейчас, он ничего, кроме сожаления... не вызывает у меня такого чувства, что это какой-то desperate move, когда у тебя уже, не знаю, со всех сторон поджимает колда, а тебе надо что-то показать. И ты понимаешь, что они выбрали день, когда вышло обновление Call of Duty, и все про это пишут. Они, видимо, хотели немножко информационное поле пошевелить, но при этом это получилось очень, очень грустно. Что за текст на сайте Electronic Arts, новости про Battlefield следующий? Он так и называется, Battlefield, так что все сливы были справедливы. Но если честно, хочется нормальный Battlefield уже. Пожалуйста. Я люблю Battlefield. Он мне радует больше. Ну, в смысле... Ну, правда, я так, если честно, так долго никогда в Battlefield не играл. По сравнению с колдой. Но колда — это... исключение из... Ой, блин, из правил. Ну, в первый Battlefield много играю, на самом деле. У меня там... Я вот недавно его... Нет, подождите, я ставил пятый Battlefield. У меня там... незаметно раз и 200 часов. Типа так. Ну, это, правда, в два раза меньше, чем в Modern Warfare. Но тем не менее. Тем не менее. 200 часов — это 200 часов. Спасибо за совет, ДТФ. Пожалуйста. Стараемся быть прозрачными. Только можно. А завтра, кстати, печи будут вечером. Приходите на печи. На печи будем. Так, сам главный вопрос. Что происходит в Верданске, если всю команду убили? Хз. Ну подожди, есть... это же время отмоталось. Да, ну я имею в виду, там какой-то мультик в конце показывали еще один или нет? Чем у тебя закончилось? Ну я же не победил в Верданске. Ты просто вышел или... Ну, нас команду убили и все. Ну, ты после этого не стал досматривать и вышел или что было? Я не стал, да, в смысле, ждать победителя Warzone я не стал. А, понял, окей. Я думаю, я не знаю. В принципе, можно на YouTube, конечно, зайти, а не дожидаться... А, ты хочешь посмотреть, да? Ну, я просто думаю, там что-то в конце показывают. Да, я на Ютубе посмотрю еще.
Ну ладно, у нас чувак еще жив. Просто непонятно, то есть анонсировать новый Battlefield простым текстом на сайте, написанный очень восторженно идиотским слогом, ну таким, вот смотрите, у нас будет все круто, смотрите, смотрите, но при этом не показать ни картинки, ничего, но... сказать просто, вот смотрите, у нас будет Battlefield ПКшный, а мы еще и для мобилок сделаем. По-моему, это скорее именно анонс мобильного Battlefield был. Как бы понятно, что оно пока Battlefield какой-то делается. Так нет, все равно. Ну, мне кажется, что эта штука не совсем достойна. Ну, странно, да? Не совсем достойна золотой серии Battlefield. Мне так немножко это немножко странно такое читать. Помнишь, когда первый Battlefield анонсировали? Выкатили ролик с девкой без руки. Все было это. Все было чих-пых. А тут. КЗ. Сейчас бы, конечно, бухтеть в 2021 году про то, что, по твоему мнению личному, не так проекты запускают. Ну, такое, ну, видимо, так, что они. Почему-то хотели сделать это именно сегодня. Вот почему-то, в скобках читай, когда у колды все хорошо. Несмотря на то, что Call of Duty и Battlefield это абсолютно две разные игры, все равно игроки выбирают, во что инвестировать свое время. Просто покупаются Battlefield и играются в него год. Или два. Нет, Battlefield, скорее всего, больше, чем в колду. Колда все-таки серийная. Так, я пытаюсь зайти в Black Ops, если что. Это как Dota и LoL. Ну, в принципе, да. Мобы, но внутри они все-таки сильно отличаются. Ладно, если как Dota и HOTS, давайте будем честными. Но Battlefield постигла судьба HOTS, в принципе, это я согласен. Вот-вот, и просто непонятно, почему вот все вот так вот произошло, как произошло сегодня. Не показали ничего, просто написали текстом. Смотрите, у нас есть Battlefield. Я рад за них, но покажите мне скриншоты, покажите мне ролик, лучше геймплейный, не надо мне CGI роликов. О, а там пишут, кстати, Warzone полностью доступна теперь. Все, да? Попроверь сейчас, когда закончится у тебя. Да. Можно назад в Warzone перекатиться. Я такой сегодня ветреный. У меня чувак все еще жив. Хотя шансов у него немного. Ну, походу, тут в конце просто какой-то все-таки ивент будет, потому что круг сошелся на недостроенный стадион. И в центре стадиона что-то непонятное. У меня круг сужался не в стадион, у меня сужался в кворе. А, окей. Значит, рандомно. E3 будет в цифровом формате, как и в прошлом году. По сути, видос. Сборник видосов и презентаций.
Просто как чувак тащит. И музыка еще из Black Ops пошла неплохо. А, пишут, что в конце просто тупо вертолет. Все. Нет, ничего там в конце. Так, все, две команды осталось. Угу. Где там какой-то тащун появился вообще, то есть попался. Warzone, Виктор. Он выиграл? Да. Ну вот, походу, больше ничего не покажет. Кайф. Все, прицел вертолет, мы в него садимся, походу, больше ничего. Ух, как хорошо я поставил эту самую турель на этой карте. Зайди в главное, ну, в главное меню, посмотри, сейчас там есть. Я скажу все, да? И DLSS еще включить. Только там обрати внимание, там немного перепутаны градации. Mm-hmm. Ну, увидишь, о чем я говорю. Там, по сути, идет от перформанса до quality, а потом после quality ультра перформанс, и ты не можешь понять, какое из них настройка за что отвечает. Ну, видно, по градациям должно быть последнее quality, как раньше. Но я, короче, я поставил на предпоследнюю, это либо баланс будет, либо quality. Ну, типа, чтобы быть уже уверенным. Ивент кончился, в него больше нельзя зайти. Че, пойдем в Warzone нормальную. Как хочешь, сам выбери. Мне, в принципе, без разницы, можно и попотеть. Да, в конце ничего не показали. То есть у тебя сейчас доступна просто кнопка уже с нормальными соло, дуо, трио и так далее. Там есть соло, дуо, трио? Секунду. Сейчас мне новый ролик показывают еще в главном меню. А-а-а, окей. Я этого не видел ролика еще. А, ну показывают, что ивент типа охота за Адлером, но ради скина там всякое делать. Да, все, включился ивент, дополнительная вкладка Hunt for Adler. Ну, пошли в него тогда. Окей, сейчас я... А, вот у меня здесь запустился тот же самый ролик. Ну-ка, что это надо делать? Небось в двух играх, нет? Да. Так, спастите Адлера. Верданский. Выполните Intel Challenges Cold War и Warzone. Неплохо, есть чем заняться. Причем и там, и там. А тут, а последнее, либо в Cold War, либо в Warzone. Набор челленджей, чтобы открыть скин запытанного, спасенного Адлера. Ой, блин. Черт, я пока это читал, у меня уже следующий матч запустился. Сейчас я ливну. Так, Hunt for... Это примерно как было с зомби. А, ну да. Но их, кстати, не очень много. Надо всего сделать. 2-3. По-моему, там будут дополнительно открываться, но я не уверен. Ты в Black Ops. 7 игр на новой карте. Изич. 25. Ага. Окей.
А, нужен перк ассасина поставить. Ага, окей, ладно. Так, выхожу. NVIDIA DLSS. Ну-ка. Почти в самом низу. Да. Я снял спросить, нужно quality включать просто и все. Я ставил quality. Ну, если облака я играю. Mm-hmm. Просто я по описанию не понимаю, в чем разница между сбалансированным и quality. Ну, я стараюсь балансированный поставить, но я так как не уверен, что балансированный сейчас это балансированный, я ставлю quality. Возможно, этот quality это балансированный. Ты понял, что я хотел сказать, нет? Да. Пишет, Warzone доступна, но поиск боя идет бесконечно. Да, игроков просто нет, все ушли. В Apex. Так, ну продолжим. Я применил настройки. У меня стало 50 FPS в главном меню после этого. Ну, может, так и надо. Ну, у меня просто стоит ограничитель на 60 FPS. Ну, в главном меню, да. А, у меня в главном меню периодически тоже FPS почему-то падал, там до 13 вообще. Когда у тебя мужик там идет на этом, Да. Не знаю, как правильно сказать, на коричневом фоне. Радиоактивный пепел. Так, куда мне присоединяться? Сейчас, подожди, у меня Fetching Online Profile. Ага. Мужик 13 FPS. Yes. Как вчерашний Bloodborne, увидел Людвига, потрогал его два раза и вышел из игры. Но я получил довольство. Я больше эксплорейшеном занимался, ходил по местам вокруг. Ну, короче, в следующий раз, когда буду на Bloodborne, уже Людвига буду ковырять. Не, у меня пока Fetching Online Profile. Да ё-моё. Ладно, сейчас Alt F4. Еще раз. Предзван. Перезапускаю игру. Connecting to online services. Fetching online profile. Ну, похоже, не поиграть. А, нет. А, нет, подождите. А, нет, это был лаг из-за шейдеров. Я уже испугался. Точнее, обрадовался. Блин, женщина с кактусом на голове. Боже мой. Знаете, такие кактусы маленькие, пузатые, в горшочках продаются. У них еще белые иголки. Вот это у нее на голове. Я вот не пойму этого колда про холодную войну, но оружие и костюм прям что-то слишком технологичное для того времени. А может она из будущего, эта тетка, откуда ж мы знаем. Ну так-то да, они немножко по дизайну
уже более позднее время. Сейчас технически должно было быть, должен идти 1184. Как символично, кстати. Но при этом... А, да, все объясняется альтернативной историей. И Верданска не существует, между прочим. Не, у меня, короче, Тайлис никуда не пускает. Error. You have been disconnected. Ну, я не знаю, либо перезайди, либо обратно Black Ops зайди. Я пока отойду на 2 минуты, зачем? Хорошо. Да, значит, да, я сейчас попробую через Black Ops запуститься. Black Ops как менее популярную игру все-таки пускает, чем Warzone. Сейчас туда не пустит, скриньте. Мне бы вот этот ролик посмотреть, я его не видел. Мне его нигде не показали. Где вот эта тетенька летает? Окей. Friends playing 0. Окей. Ну-ка, что мне social показывает? Кто-то есть в Warzone, а два чувака в Black Ops. Кстати, кто там, кроме Лероя? А, ник еще. Короче. Пойдем, в общем, в Black Ops. Потому что осталось у меня полчаса всего. И тем более надо... А, вот сейчас, давайте. 7 гигр на Ямантау. Так. Киллстрик с ассасином. Так. Так, перк ассасин. А, окей, все. Киллстрики просто делать. Так, в Warzone мы еще... А в Warzone просто 3 раза complete Intel контракт. В трех местах это легко. Вот это сложнее сделать. А, ивент, кстати, идет всего 6 дней. Блин, похож на героя боевиков. Так, а где-то... А, стоп, есть more info. А ролик как-нибудь можно посмотреть? Боже мой.
Так, я на месте. Заходи в Black Ops, короче. Я посмотрел, мне осталось 35 минут всего. Понятно. Поделаем челленджи на этот самый. Два из них легко делаются. Один надо киллстрейки. Хотя ты любишь киллстрейки делать. Но там нужно этот самый перк один включить, ассасин. Угу. Так, мне еще один мультик показывают. А что на нем показывают? Ну, бабу новую. Блин, а у меня не было этого мультика. Видимо, из-за того, что я это тут туда-сюда скакал. Когда в Warzone зайдешь завтра? Или когда-нибудь тебе покажут? Когда-нибудь. А, вот в чем разница между балансом и quality. Баланс это если ты... А короче, quality это когда рекомендовано для 2K мониторов. Баланс это уже, видимо, чуть хуже, если у тебя уже к 4К будешь приближаться, видимо. Потому что перформанс это для 4К мониторов. Я всегда обычно на quality играю. Ролик на ютубе лежит? Ну да, на ютубе посмотрю. Он на официальном канале? Может быть вместе сейчас посмотрим? Сейчас. Ютуб. Call of Duty. Ой, ну это рекламный ролик. Красота. Ага, вот я нашел ролик, сейчас посмотрим его на стриме. Так, захват экрана. Так, все, я захожу. Commander, I regret to inform you that Berdansk has fallen. Containment protocol has been initiated. Be advised, drop zone is hot. It's time, let's go! Ну это какой-то прямо рекламный ролик. Warzone это может быть не тот. Eye of the Tiger. Это этот ролик, который вы в начале игры, кто там соображающий, что мне кажется, что это просто рекламный ролик Warzone. А, надо искать название Season 3 Cinematic Trailer, окей, сейчас. Окей, Black Ops мне говорит, что у меня пустит на сервер через 26 минут. А мне помог, меня вообще без этого пустил, попробуй его отменить, закрыть и еще раз зайти. Ты можешь его найти на ютубе что-нибудь типа... На мне уже там в чате написали. Warzone Season 3. А, вот, Season... Да-да-да-да-да. Год назад. Чё? А, вот он. Какой-то Tremundo TV. Что? Что такое Tremundo TV? Есть что-то нормальное?
кого просмотров побольше. 3 часа ГОСТ. У всех по 200 просмотров. Ну ладно. Главное, чтобы качество было нормальное. Окей. Если у тебя там снежная гора, то тут все. Да-да-да. И тетка прыгает на мужика. Да. Да, у меня его не было. 24 минуты до входа. Еще раз перезахожу. Что за черт? Он даже на русском. А, или это просто русские солдаты, окей. Блин, да что за техновикинг? Пришла украсть кинопленку. We have the numbers data. Complete your mission. Hardcore. А, так это продолжение. Все, окей. Это даже прямо прямое продолжение предыдущего. Предыдущего сезона. We can proceed. What Dragovich only managed with a single subject, we shall do to entire nations. Нет, что-то перезаход не помогает. What we do in Verdansk will pave the way for the rise of Greater Russia. Так, сейчас окей. Еще раз перезайду. Ролик я посмотрел. Спасибо создателям. В тяжелые времена живем. В игры не пускают. На релизе. Это прям как в Outriders'ах. Outriders vibes. У меня 17 токенов. И откуда-то у меня уже 23 уровень Battle Pass. Часи. Незаметно. Неужели так, если... А? После 4-го перезахода таймер увеличился. Прямо увеличился даже. Да, был 23 минуты, стал 25 минут. Ладно, я пока пойду в Ямантау. Извини, что я тебя дергаю туда-сюда. Да, не проблема, и просто обидно. Хоть спать сиди. Ну, я буду играть еще 25 минут. Все, дальше. Дальше придет жена и даст мне по голове. И правильно сделает. Ну, я снова перезахожу. Да, я купил бустер Battle Pass. Я уже второй сезон покупаю сразу. Плюс 20 уровней, потому что это дешевле, чем мое время. Я как-то тут прикупил немножко CP Call of Duty Points. И вот потихоньку их трачу сразу на 20.
И всем рекомендую это делать, потому что ну, невозможно в эту игру играть бесконечно. Это надо ж, надо совсем быть сумасшедшим, если играть только в один Call of Duty. Когда есть такой замечательный Bloodborne. А еще, кстати, скоро, наверное, в мае надо будет перекатываться в этот... В Days Gone. Нет, Days Gone. Ну, в какой Returnal мне без PS5? А, ну да. Извините. Я хочу Days Gone на ПК. Хочу Days Gone на ПК. О, все. Шестой перезаход. Я смог зайти в игру. А, все, да? Да. Ладно, я так доливаю. Из матча. А, еще там Resident Evil, кстати, выходит же, да. Но я, правда, ни в один Resident Evil не играл. И я не думаю, стоит или нет. Большую-большую женщину трогать. На самом деле... Заходи. Да, захожу. Если ты хочешь в Resident Evil поиграть, я бы тебе советовал с седьмого начинать, наверное. Это который... Welcome to the family, son? Да. Блин, еще же Mass Effect. Блин. Май прямо жесткий. Но Mass Effect это типа это сразу минус 100 часов примерно. Да. Короче, у меня UI error 46-608 меня выкинуло из игры. Кайф. Попробуй еще раз. Если нет, то пора тебе спать, дед. Да, это отвратительно. Вечер коту под хвост. Ну, не то, что коту под хвост, но могло быть и лучше. А, там про главного героя седьмой части будет? Кстати, это да, это надо выбрать на самом деле, потому что Resident Evil выглядит привлекательно. Days Gone выглядит так, как будто эта игра, там, по-моему, сюжет, наверное, 50 часов. Что мне совсем-совсем плохо. Я 50 часов буду проходить вечность. А сейчас, блин, How Long to Beat Resident Evil 7. How Long to Beat Resident Evil 7. А, тут еще additional content. А, они все часовые, примерно так. Main story 9 часов. Main story pre-sexors 11 часов. Completionist 23 часа. А, это, кстати, неплохо. А Days Gone 10-15? Да вы что, я слышал странные вещи. Сейчас. Я не верю тебе, Паша. Я тебе не верю. Days Gone, Main Story, 38 часов. А Main плюс Extras, 53 часа. Это жесть. Если посчитать калькулятором, 50, ну там плюс-минус 50 часов. Ну ладно, даже 40. Если в Extras не забиваться. 40 делить на... Максимум 3 часа я могу играть. 2 недели я ее буду проходить. Так что Resident Evil... А когда следующий этот Village? Resident Evil Village Release Date. 7 мая. Это уже скоро? Ничего себе. Так, ну я снова присоединяюсь к тебе. Ага. Возьми отпуск. Ага, ради компьютерной игрушки. UI error 4470. Кайф. Ну, короче, предлагаю тебе, если хочешь, начинай без меня делать этот челлендж. Короче, вне зависимости от того, я сейчас просто...
Короче, если я пытаюсь присоединиться или просто начать играть, мне выдают UI-error, причем они каждый раз разные. Mm. Сейчас дает 4417, это на присоединение к тебе. А на начать игру выдает UI-error 46680. Короче, я пойду чем-то еще заниматься, извините. Это правильно. Не хочет работать, к сожалению. Ну, давай завтра соберемся. Ну, я рад, что я хотя бы ивент посмотрел. Ну, и... ивент будет этот Hunt for Adler 6 дней. За 6 дней надо его сделать. Ну, я имею в виду про Верданск, который ивент. Ага. Ладно. Ивент хороший, да. Спокойной ночи тогда. Все, давай, спокойной ночи. 25 мая биометант. Пипец, че... Как они там вообще расположились в мае? Как это вообще все пройти? В общем, звучит все грустно. Май звучит грустно. То есть 7 мая новый Resident Evil. Не, Resident Evil выглядит как игра, в которую надо поиграть. Вы че? Я, правда, демку не смотрел, потому что у меня нет PlayStation 5. Так что, может быть... может, ну его нафиг, этот Bloodborne, и действительно 7-й Resident Evil пройти. Так, это Hardpoint. Шейзе. Тестит. Где еще один? Так, почему не на точке? Фак. Кстати, почему батла 5 так быстро надоелся? Ну как быстро? У меня в 5-й Battlefield, я вот недавно буквально его перекачивал, запускал на игр на 200 часов. 200 часов это на быстро надоело? Или как? Блин. Вроде нет. О, черт. Я вообще пока не понимаю, как туда быстро на второй этаж подниматься. Скажем так, с Battlefield'ом пятым случилась колда. Это если быть честным.
Ну что-то там было, там постоянно ТТК меняли, народ бугуртил. То есть там... Не знаю, мне нравилось, но... Те люди, с которыми я играю, не поддержали мою любовь, скажем так. Чего это вы тут делаете? Немножко это... Немножко колдим. У меня осталось 15 минут, так что я не знаю, не рекомендую со мной собираться. Ну, мы можем с тобой просто покатать каточку, потом продолжить, когда ты уйдешь. Ну, если вы будете меня ждать еще там 5 минут. Ну, я все. Просто потом через 10 минут уйду, и как вам такое? Ну да, мы с тобой каточку откатаем, и все, и ты спать пойдешь. Это угроза? Продолжай. Не, мы просто ходили в отдельный канал, я рассказывал, что чуваку я сам дал попробовать, собственно, Modern Warfare, колду, который был копс, Battlefield 5, mm-hmm. И он таки триггернулся и купил Black Ops, и как раз вот ходили, нобу показывали, объясняли, рассказывали, и поскольку у него микрофон не самого идеально настроенного качества, не так, то, что так, меня. Так. Поэтому мы решили, как бы, что к тебе лучше не соваться. Это иначе правильно. Начнешь триггериться чуть-чуть сильнее, чем обычно. Блин, мне турельку убили. Моя турелька. Слушай, я теперь знаю, что такое voice activation. Это как раз, когда у кого-то плохой микрофон, и как раз by voice activation ты сразу активизируешься. Это правда. Вот. Че, у вас там не то самое, не завелась в разводном? Я там прям запоглядывал, что-то у вас... Там туда-сюда, было. Короче, то работает, то не работает. Решили в Black Ops, у меня Black Ops работает, у Дайлиса не работает. У него при попытке либо начать матч, либо ко мне присоединиться, падает с ошибкой. Ужасно. А ролик это вот это в Warzone показывают? Я тоже краем глаза увидел, который... Ну... Вот его должны и тут, и в Warzone показывать, но у меня почему-то его не было. Потому что в Black Ops как раз мне его не показывали. Блобс его нет. Потому что я так краем глаза посмотрел, прикольный, блин, такой. С этой новой операторшей. А, ну да, там же в Battlefield вообще морозе. Когда? Прошлым летом, по-моему, объявили, что больше нового контента не будет. Но мы перестали в него играть еще до вот этого, до объявления. То есть мы поиграли на релизе и... И когда какое-то... А когда обновление вышло первое сюда там? Да, было какое-то обновление, вот мы немножко возвращались. В общем, по моему мнению, там типа 200 часов в Battlefield это позор. Это слишком мало для Battlefield. Так что жду новый Battlefield. Все ждут. Я недоволен анонсом его. Сегодня я рассказывал, что... Скажем так... Да, сегодня... Да, подожди, ты где, ты где был сегодня? Я работал, прости. Electronic Arts сегодня стыдливо, я по-другому назвать это не могу, стыдливо в себя на сайте написала: да-да-да, мы делаем Battlefield, подождите чуть-чуть, скоро будет все круто. И это так кайпово выглядит. Все, я понял. Мало того, я сам... Ничего не показали, абсолютно ничего не показали. Сказали, у нас будет колда и будет мобильная... Ой, батла простая и батла мобильная. Да, как раз я ссылку скидывал в чат. Дискорд. Подожди, а они обе анонсировали? Мне потому что показалось, что только мобилу. Нет. Я кривой. Не-не, они сказали, это там, типа, помимо этого там было написано, что мы, типа, мы все делаем, вон куча студий. Они что-то делают, и они что-то сделали. Да. Не, ну в таком случае надо, не знаю, хотя бы сеттинг сказать или что, но просто непонятно, зачем такой вот для такой крупной игры делать стыдливое описание текстовое. Почему сейчас? Вот кому от этого хуже или лучше стало, что вот они сейчас сказали, что чуваки, смотрите, у нас есть новый Battlefield. Именно в тот день, когда вышло обновление в Call of Duty.
А когда у них финансовый год заканчивается? А, вот это, кстати, да. По-моему, в апреле. Вот тебе и ответ. У всех компаний финансовый год заканчивается в апреле. Видимо, действительно не успели все подготовить к апрелю. А, интересно. Кстати, раз настрой, ты сладила там же, смотри, там появилась Дэнова карта, вот, на которой ты сейчас играешь, которая 6 на 6, а вторая карта называется Дизель, и там режим 3 на 3 только. Можем туда? Да-да-да, не, я туда был, мне не понравилось, 3 на 3. Там хорошо. Надо уметь играть. Я не понимаю, ребята, я сказал, почему вы меня ждете, и вот через, вот мы сейчас начнем, и я через 5 минут уйду. Чего, мы чего, чего? Общаемся, мы давно тебя не слышим. Мы же разве не общаемся прямо сейчас? Ну вот мы с тобой сейчас и общаемся, мы спокойненько тебя ждем и общаемся. Не, мне просто неудобно, я неудобно себя чувствую. Да ага, что-то расслабимся. Ты сейчас просто через 10 минут скажешь нам спокойной ночи, мы скажем тебе спокойной ночи и пойдем играть. И что, все просто. Как тебе вот эта снежная карта? Нормально, а мне напоминает какую-то из Advanced Warfare, по-моему. Особенно правый обход по этому самому, по краю. Сейчас. Да, по краю, где там лесенка. По-моему, такая часть была. Вот это вот сейчас я сейчас покажу. Мне кажется, что в Advanced Warfare я... Вот это была штука. Давайте все поставим Advanced Warfare как-нибудь. Ой. Ты прям копаешь. Ну... Да. А ты, кстати, видел этот ивент на Адлера? Или нет? Ну вот я сейчас его и делаю. А, окей. Ну, в смысле, там он, надо 7 просто... раз отыграть на этой карте. Да, да, да. Просто очень странно, как-то он его сначала не было, а потом он раз и появился. Это правда. Как-то. Извините, там кто-то под окнами проехал, окно открыто. Так, все, я закончил. Сейчас джойнитесь с меня без сплей, и можно ко мне это. Слушайте, а тут это, тут феминитивы пролезли в перевод. Ну, на русском, по крайней мере. Наклейка вот в ивенте написано «повстанка». Разве это типа, ну... Повстанка? Повстанка. Я могу понять визитка и наклейка, но повстанка это что-то новенькое. Повстанец и повстанка, хорошо. Так, я зашел. Да, заходите. Мне в целом нормально понравилась вот карта. Ямаото. Не забудьте перки там поставить. Какие перки? Да-да-да, ликвидатор нужен. Ассасин перк. Ты нажми вот, господи, Тайлис, Лерой, Hunt for Adler. Mm-hmm. И вот посмотри на первые три, почитай, что там надо сделать. И по так, сути надо... Так за это же, за это дадут шкурку, да? Ну и что? Да-да-да. Это все равно. И мне шкурка не нужна. Ты скучный. Да. Ты нет, была бы там... Да, была бы там хорошая шкурка, я бы... Да нет, бы... подожди, тебе божественная игра бесплатно дает чем-то заниматься. Ну да. Лерой переиграл в Геншин, ему просто шкурки не нужны, ему шкурки с бэкстори нужны. Как тебе бэкстори? Там Адлера пытают вообще паяльником и утюгом. Знаешь, вот с такой бэкстори не очень интересно. Ты понимаешь, что с югом России происходит? А что происходит с югом России? Ну, там жарко, и все потеют. Адлер. А. Адлер. Точно. Сейчас, да. Это было, для меня это было сложно. Еще тонко, да? Оголандился совсем. Да вообще. Блин, все в одном скине. Господи. Господи. Теперь словосочетание «ни разу не был в Адлере» звучит по-гейски. Боже. Осуждаем. Не, наоборот, Миш, тебе нельзя, у тебя же там, наоборот, эмбрейс и все такое. Нет, я для Твича осуждаю твои шутки. Окей. Мне это самое, ко мне может товарищ майор прийти и сказать, а-та-та. Эй, господи, Ник, можно просто позвонить ему и все.
У меня визитка осталась его. Ну, да. Хорошо, когда есть свой личный товарищ майор, да? Клиентоориентированный сервис. Мне Battle Field нравился. Не помню, как режим назывался, уже забыл. Штурм, по-моему, назывался, когда надо было территорию двигать вперед-назад. И вот конквест, в отличие от... Или ассаут, наверное. Конквест? Ну, что-то такое. Вот, конквест — это когда точки, а ассаут — это когда продвижение... Захватили две точки, продвинулись или вперед. Или фронт, или что-то такое. Линия фронта, как-то так. В колде он тоже есть, но он тут позорный по сравнению с Battlefield'ом. И мне там он прямо дико нравился. В нем можно было залипать, и не скучно. И ты чувствовал прямо вот это движение. Натиск. А, натиск, по-моему, да? Нет? По правой стороне в доме, на втором этаже, чувак. Снэкэд Раст. А, сзади, НСП. А, это мои поинты, господи. Да. Так они уже на... Я не вижу. Они уже отомкустили, да ё-моё. Нормально, отбили. Отбили, хорошо. Один вообще наглый с ножом бегает. Что такое? Да, он около Б. Заснул. А, нет, не заснул. Радар дал. Да хе-мое, не дострелял. Думал, убил. А ты ник только начал, только начал познавать вообще радости Call of Duty, я так понимаю. Но я ж в том сезоне играл чутка. И это самое. А так я в колду играл, простите, с Modern Warfare 2, а потом забил на гастах, наверное. Mm. То есть я так это самое. Не, ну в смысле, из последнего, то есть вот сейчас купил. Да, из последнего. Просто ты там Warzone не играешь, нет? Не, Warzone я не умею. Я пытался, но я попадать не могу. Просто ты можешь иногда, если собираешься сами играть, мы иногда как бы то туда, то сюда ходим. То есть, но у вас время фулстак в Warzone? Не всегда. Он фулстак обычно по пятницам, может, по чпорту просыпается. Ну, точнее, он не ложится спать. Ну, вот он в Новосибирске живет, ему, соответственно, можно только в пятницу и субботу с нами играть. Вот мы под него подстраиваемся, он ходит с нами в те игры, которые у нас есть всех совместно. Поэтому мы там в пятницу, в субботу обычно в Warzone. Блин, может SSD-шку вторую купить тогда, раз такая. Они, кстати, сейчас, по-моему, опять, ну, нормальных денег стоят. Если мне не изменяет память. Ну, то есть не драконских. Просто у меня Warzone не влезет. Понятно. Ну да, она немножко большая. Но это я так просто говорю, что если ты это... У меня есть SSD-шка саташная. Не нужно что за супер большие деньги, мам. Вот это product placement сейчас был вообще. Просто давно лежит у меня какой-то печатный. Блин, я чуть было не заработал на Play of the Game. Бэкап и SSD-шка. Ну как это не... Да, бэкап. На всякий случай. Из-за меня мудила с ножом не убил. Я случайно провел экзекуцию ножом, сам не понимая, как так можно делать. И... Подходишь и делаешь.
Ой, как я криво поставил. Ну, кто там? А, нет. Твою мать, не ту кнопку нажал. Господи. Да, я понял. Блин, я подумал, что это сейчас вот так вот. Ну. Ай, кто меня? Вот. Господи, это было так позорно. Радар дал. Оп. А, граната. Да ё-моё, как ты меня убил? А, снайпера, понятно. Открыто раунды. Это в Half-Time, это специально сделано, чтобы народ не залипал. Если ты начинаешь проигрывать, у тебя есть шанс еще отыграться. Когда точки меняются. То сейчас, по сути, такой ресет. Кстати, а чё ты себе этот марихуанный скин не купил? Тебе прям бы это, наверное. А я не очень люблю, как бы... Мне нравится в играх качаться, а вот я даже если какие-то скины зарабатываю, я их не ставлю. То есть у меня сейчас рандомные скины. У меня сейчас вообще стоят рандомные операторы, рандомные скины. Мне, честно говоря, наплевать на них. Я свои скины... Точнее, скажем так... Своей кастомизации в Warcraft переиграл, а мне в остальных играх она не очень сильно интересует. Мне нравится, то есть я в играх люблю делать задания. То есть мне нравится, когда какая-нибудь характеристика даже тихонько, но растет. Это хорошо. А вот когда ты там, знаешь, получил какую-то награду, вот здесь скинов 500, мне иначе вообще плевать на это безобразие. Ну это так у меня. Так что я это... А если еще и скины за деньги покупать, то это вообще для меня странно. И грузы 60 баксов. Этот за 10 и скины еще. Да. Не, вот я вот Battle Pass, я вот потратил деньги. Я еще CP дополнительно покупал. Просто потому что мне вот я. Я когда впервые столкнулся с Battle Pass в Fortnite, я сказал Серега, вы, конечно, гениальны. Вы игрокам продаете квесты за деньги. Это же вообще. То ну есть, да, повод поиграть. Ты продаешь для меня вообще квесты и не закрытые. Я как по своей природе комплешионист. По сути, для меня вот эти вот батлпассовские квесты являются тем, что ты просто покупаешь себе дополнительный интерес к игре. Да. Здесь то же самое. В Fortnite, кстати, вообще очень хорошо реализованы, блин, шкурки, вся прогрессия, но там, блин, надо строить, и вот это единственный минус, который, конечно... Для меня, да. Я так и не научился строить. Строиться — это, по сути, бесплатная броня, ну, если ее так упростить. А вот когда ты не умеешь строить в Fortnite, все, ты просто в конце ты не вытягиваешь. К сожалению. Ай, я ему зарезал так. С ножом. Блин, надо же, я совсем забыл, там же ППХ новая появилась, надо ППХ еще. ППХ надо качать. Я падаю в обрыв, чувак прыгает за мной. Мы умерли. Ну, он хотел меня убить ножом, а я споткнулся и начинаю падать в обрыв, и он там нормально ушли. Комик релив.
Блин, я попал к ним на респ. Бил троих. Прекрасно. True Call of Duty Experience. Троих для меня это многовато, скажем так. Нормально, ты просто играть умеешь. А, окей. Да-да. Щит мы лузим, да? Кстати, да. Можешь же радар дать. О, у меня еще один пулемет есть. Да, тут бы ставочки бы зашли. Как? Лучше меня убить, злодеи. Тут еще же косты бегают. Все, победа. Ну-ка, смотрите, 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 смотрите. Смотрите. Давай. Нет. Давай. Черт. Лерой, ты чертила. Ну, пока взял. Можно оторваться, пока Алекса и Трелиса нету, можно оторваться. Взял нового этого. Взял новую ППХ и нагибает. А что за новая ППХ? ППШ. ППШ. А-а-а. Подожди, она же, по-моему, за какой-то левел батл пасса дается, по-моему. Да, за 15-й. А, да. В смысле, а, этого сезона? Ты тоже 25, ну, да. 25 купил? Так я все. Ты 20. Ну да, я все. Да, меня тоже показали. Все, пока. Молодцы, да, давай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Блин, все развалилось, что ли? Или кто? Меня ты... выкинуло и не пускает. А, подождите, нет, мне надо было leave alone сделать, извините. Ну, ливер. Все, да, давайте. Баша. Давай, попадкам. Так, сейчас быстренько посмотрю, что там нас накрутило. Mm.